Mass Effect. Основание, часть 7. Психотик биотик. Джек. Это не учение. На нас напали. Хрусть, хрусть. Администратор, просто пришлите кого-нибудь. Пла-пла! О боже. Доктор Ангерсо? Возможно, кто спрашивает? Меня зовут Джек, но вы, пожалуй, помните меня как подопытного ноль. Что вы хотите? Жизнь хочу свою обратно. Жалкий ты кусок дерьма. Могу я вам помочь? Для нас чела сдохни! А, подопытная ноль. Это ты, не так ли? Да пошел ты! То, что с тобой произошло, ужасно. Но это была ошибка. А то, прямо как и убийство доктора Ангерсова. И когда я сотру это место с лица галактики, ты сможешь спать сном праведника, зная, что все это просто большая ошибка. Я не могу тебе позволить этого. Ну попытайся, козел. Аванпост Цербера. Эй, раса, нам работенка привалила. Что значит нам? Мне тоже это даром не сдалось, но так хочет шеф. Может, расскажешь или в угадайку играть будем? Какие-то психи только что разнесли тренировочный комплекс Цербера. Призрак сказал доставить их для допроса. Они поймут по-хорошему. Чок-чок-чок-чок-чок! Ninja style! Ты хоть рапорт прочел? Ага. Не знаю, откуда она взялась, но, похоже, девчонка сильный биотик. Это мягко говоря. Тут сказано, что она и нечто из ряда вон. Да забей, я рисковать не собираюсь. На кой черт я тебе сдалась? Ну, когда я расчленю психованную сучку, кто-то должен будет собрать головоломку и понять, чего ей было надо. Серьезно? Ты знаешь шефа. На небольшое кровопускание он смотрит сквозь пальцы, лишь бы ответы были нужные. Чё? Вскоре. Тренировочный комплекс Цербера. А в ангаре-то стоит корабль синих светил. Что они тут забыли? Думается мне, это ликвидаторы. На случай, если мы облажаемся. Черт. Я порылась в прошлом нашей гости. И? Точно не скажу, но полагаю, она одна из наших. Что ты имеешь в виду? Видимо, она была среди детей, которых Цербер натаскивал в биотике. В былые времена. С чего ты так решила? Не знаю. Не скажу наверняка, но зачем тогда посылать и нас, и синих светил? За одной-то девчонкой. Что же, тогда надо опередить наемников. Внимание! Комплекс в режиме изоляции. Оставайтесь на месте и ожидайте эвакуации. Эй! Прошу, не делайте мне больно. Заткнись. В какую сторону главному реактору? Я не знаю. Вранье. Пожалуйста, я всего лишь ученик. Я тут не работаю. Ученик? В смысле подопытный? На тебе ставят эксперименты? Ну, иногда. Но в основном нас учат использовать биотику. Тут есть еще ученики? Да. Ну так веди к ним, живо. Как ты выбрался из камеры? У нас нет камер, у нас тротуар. После уроков и до отбоя можно ходить, где вздумается. Ты еще скажешь, что тебе тут дом родной. А тут не так уж и плохо. Всяко лучше, чем моя прежняя жизнь. Ну да, ну да. Я потеряла родителей. Ничего не имела. Если бы не Цербер, я бы жил на улице. Скажи-ка, а много ли тут других сирот-учеников?
Думаю, да. А что? А то, что они и мне это говорили в свое время. Оказалось, что они убили родителей, чтобы заполучить меня. Что происходит? Почему объявлена тревога? Вы кто? Я добрая фея. И сегодня я исполню одно ваше желание. Не знаю, какой лапши вам навешали, чтобы вы сидели смирно, но эти люди, они зло, вас используют и бросят подыхать. Итак, можете уйти со мной. Или остаться и надеяться, что я не права, и однажды вас отпустят. Но я была на вашем месте. И знаете что? Вас никогда не отпустят. Без боя уж точно. Почему мы идем туда? Ангар в другую сторону. Именно там они нас и поджидают. Тут никого. Назад! Все назад! Кто это? Как там пройти мимо них? Проблема. Наверное, нам надо вернуться. Пасти захлопнули! Я займу их, а вы бегите. Когда я с ними закончу, то догоню вас. Пустая трата времени. Возможно, но это наша работа, так что... Эй, козлы, меня ищете? Пью-пя! О, берегись! Бегите! Любители... Хочешь, чтобы я пристрелил тебя в спину, шагая дальше? А я-то было подумала, что прикончила всю местную церберовскую мразь! Последний шанс сдаться, сучка. Козел. Не с места, если жизнь дорога. Хорошо, но не отлично. Внизу! Черт! Хотите играть грязно? Будет вам грязно играть! Хватит! Ты нас всех убьешь! Вот именно! Дело сделано. Выдвигаемся. Что вы творите? Куда вы ее забираете? Моя добыча. Если она нужна вашему шефу, пусть выкупает. Втрое убытки надо покрыть. Да, мягко говоря, не по плану. Да что ты? Шефу не понравится, что мы ее упустили. Шеф знает, где ее искать. А вот раскошеливаться ему точно не понравится. Только время угрохали впустую. Не скажи. По крайней мере, он знает, на что она способна. И чего стоит.